Добрый вечер, человек, речь с вами Рунтик и Турбо, и сегодня мы поиграем в игру Брик Рикс. Да, друзья, всем привет, чё ты ржёшь? Просто лолкик чебурека, короче, приветствуюсь со зрителями и вижу, как какая-то желтая фигня висит в воздухе. Просто я не думал, что ты так высоко в небе находишься, но ты куда летишь? Я не знаю, на месте стою практически. Фига себе, на месте, там это, как будто штормит, короче. Чувак, такая, когда бухают чуваки, я на месте стою. Ладно, в общем, ребят, сегодня у нас будет новая идейка в этой игре, которую мы, в принципе, придумали вот только что, а может быть и не только что, я не помню. В общем, сегодня мы будем делать аварии самолета против вертолета. Это, ребят, вечное противостояние. Висеть на воздухе на месте или лететь с огромной скоростью, там, со скоростью звука или с какой-нибудь любой скоростью другой, просто как самолет. Да, ведь это бывает так часто, когда самолет врезается в вертолет. Каждый день такое происходит, но мы подумали, почему бы и нет. Нихера ты улетел. Я в смысле улетел, я на месте практически. Не-не-не-не-не, это у меня просто грязь на экране улетела. Что? Ничто, короче. В общем, ребят, напишите в комментариях, за кого вы, за вертолет или за самолет. Я лично за машины, поэтому я на раз, два, три начинаю взлетать. Турбо. А ты откуда, кстати, взлетаешь? С аэропорта? Ты сейчас увидишь. Есть, я взлетел. Давай, давай. Ой, тихо, ты мне хвост отбил. Хвост отбил. И две лопасти. Блин. Ты вообще видишь? Нет, все, у меня самолет не летает. А, погоди, я хочу быстрее посмотреть. Я лечу прямо на собой. А, ты уже упал, да? Да. Охренеть, ты вот это приземлился. Блин, ты с первого раза практически, ну ты шо? Ты вообще видел, что произошло? Ну ты мне врезался как-то крылом, что ли? Или... Я летел со скоростью 1000 км/ч. Я врезался, я тебе, короче, у меня самолет на три части разломился, просто туда вдаль полетел. Ну ты жесткий. О, вот это сейчас прям лоп-лоп. Тебе пофигу, что ли? Нет, у меня просто нет слов, какого хрена ты все сделаешь с первого раза. Потому что, ребят, даже когда был мой первый раз, у меня все было с первого раза хорошо. Она осталась довольна, я остался, кстати, тоже. Вот, и давайте мы посмотрим, что там по турбо, ты где вообще? Я просто взорвался и упал в дырку. Я хочу... В дырку? Ну, а хотя в дырку. Так, погоди, а ты где? Ну, иди к дырке. А, к дырке прям? Да. А, дырка, которая каньон, да? Да, самая большая дырка. Ребят, смотрите, это, знаете, просто страйкбол, короче. Стреляем, взрываем турбу, чтобы он упал в дырку. Так, днище. Я тоже хочу теперь. Знаешь, в чем прикол? Ты пробил днище. Я пробил смотри, твой канал. Сейчас, стоп, вот так ее держи еще. Сейчас. Она упала. Не, ну ты возьми ее еще раз и ну, держи. Блин, ну в смысле? Ну твой, ну ты нафига упал? Так она упала, ну взял. А, все, хорошо. Так. Смотри, хопа! Сюрприз! Ну, ты пытался. О, хорошо, короче, ребят, теперь я сажусь за вертолет, а турбо у нас садится. Отсюда, как ты отсюда-то взлетел? Ты, ё-моё, я на самолетах знаешь, сколько летал, я столько в зданий повзрывал, сейчас все будет, подожди. Смотри, мне колбасит. Где? Вау, я вижу это! А еще говоришь, что я снайпер, ты меня разломал. Капец, я сам взорвался, я вылетел даже. У меня, короче, ты же знаешь, что у меня двигатели с лопастями 4 штуки, да? Да. У меня, короче, один двигатель остался живой и улетел просто... Смотри, он до сих пор летит. Жесть. Слышь, тут хвост самолета около железной дороги, кое-что долетело до аэропорта. Ну вот это было хорошо, мне понравилось. Так, главное попасть, главное попасть. Все хорошо. Главное попасть, это, ребят, всегда главная проблема человечества. Вау! Блин, меня разрубило на две части. Ты меня задел! А я живой. У тебя... А меня на две части разрубило, я в шоке, а ты живой. Тихо. Какого хрена, ты понимаешь? Ты же видел у меня четыре этих... Да, у тебя осталось их три теперь. У меня осталось их три, да. И ты меня как раз таки одним из них разрубил. Жесть, все. Тихо. Посмотри на разрушение. Я не могу, я держусь с тремя двигателями, сложно. Так давай тогда я тебя попробую добить. Да, я говорю, давай доламывай. Ой, я сел к тебе. Тихо, я вижу. Так, все, сейчас полечу. Оп. Давай. Просто голубучий хрень пролетела. Так, это мне уже не нравится, слушай, я чувствую себя косым и кривым. О, давай. Да тебя колбасит слишком сильно, нет, это нереально, серьезно. То есть я лечу в тебя, а потом тебя, оп, подколбашивает в другую сторону. И я уже не могу повернуть. Ладно, короче, ребят, Турбо, к сожалению, сказал, что он не может. Он полетел! Я верю тебе, молодец. Встречай его в городе. Восстание вертолетов. Ты видишь его? Да. Меня там... О, давай! Да! Вот это я попал, вот это было хорошо. 100 миллионов, просто, ребят, 500 тысяч миллионов лайков Турбо поставьте за это. Вот это было хорошо. Это выглядело сейчас так круто, как в каком-то... Как, знаете, в каком-то фильме про катастрофы, знаете, когда самолет... Что, дом упал?
А что-то от чего он упал? Я не знаю. А что, над городом был или что? Я не знаю, почему он упал. Просто погоди, а где вообще все детальки? Ты просто, ты вообще знаешь, как это выглядело? Просто ну, честно говоря, нет. Я был в аэропорту, я, короче, стоял, смотрел оттуда, я просто вижу, как самолет врезается в этот вертолет, и все разлетается в клочья. Блин, и, короче, ну я постарался. Какой-то апокалипсис начинался, это реально выглядело очень эпично. А, да, вот, реально взорвался дом, потому что сюда самолет, ну, как бы врезался. Охренеть, так это так далеко, что ли, было? А ты вообще жесть. Я говорю, я в аэропорту был на взлетно-посадочной полосе. Фу, ну чё? Давай, что скажешь? Я на самолетике уже. Давай. Да куда ты? Ну зачем ты в ту сторону-то полетел? Да я никуда не летел. Оу, минус крыло. Так я живой. Погоди, а я тоже. Тихо. Встреча. Нет. Если что, я в бок не специально полетел, потому что, ну, так получилось. Куда ж ты? В смысле, куда? На! Опа, все, ты мне жопу оторвал. Да, ну, да, опять. Что за битва в воздухе, я не понимаю. Чё? Ну серьезно, у тебя такой слабенький самолет, а у меня такой крепенький вертолет. Тебе надо именно. Тебе надо как-то врезаться мне в двигатель, чтобы я прям бадым-бадыщ. Все, если даже я сейчас не попаду, то это будет. Это будет вот так. Тебе пофигу, что ли? Ты вообще задел даже, дурачок. Ой, ребята, научите рунтика взрываться. Ой, ребята. Итак, ребят, мы продолжаем. Я сейчас снимаю красивые кадры около самолета. Нет, это называется поезд. Вот, я так от него красиво улетаю. И я пересаживаюсь за свой вертолет. Красиво камера переключается, все. Ребят, в общем, ребят, да, сейчас у нас будет слишком много слов, ребят. Сейчас у нас будет последняя битва титанов самолета против вертолета. Я, значит, взлетаю на каком-то, знаете, таком вертолете. Ох, из GTA 5, а он капец сложно на месте так, держать. Банальные авиалинии. Где? Откуда? Из жопы. А, вижу. Да не шевелись ты! Ну ты дурак, что ли? Давай я прямо на тебя. Я упал. Ой, что ты ведешь себя как я? Так, я слышу. Блин, почему нету замедления? Вот это ты меня. Я лечу дальше, кстати. А, блин, слышь? Он у меня сам летит, потому что у меня стул отвалился. А прикол в том, знаешь, в чем прикол? А ты тоже жив? Ты мне вообще все снизу снес. Ну, то, что у меня как бы осталась такая, ну, самая основная часть, я как бы могу дальше лететь. А, не, у меня управления нету. А, нет, есть. Чё, всё нормально. Попробовать? Да, давай, доламывай. О, есть! Получил! Ну, наконец-то, вот теперь я тебя просто уничтожил. Это было, блин, хорошо. Это было так больно, потому что у меня чувак, короче, ты сейчас посмотри просто на это. Во-первых, ты такой весь живой, у меня просто... О, смотри, у меня самолет дальше летит. Не, он, знаешь, как ты, короче, такой к земле такой приблизился, такой вышел, тебе все, можете лететь дальше. Подожди, он сейчас... Он сейчас в поезд, смотри. Блин, почти! И там у него двигатель улетел в воздух. Я такой, типа, лечу, везу. Ты где? Блин, я не могу камеру быстро так... А, давай. На! Ой, ты мне крыло отрезал. А ты мне крыло отрезал. Так, подожди. Как-то просто, не знаю, то ли ты под конец повернулся, то ли я лох. Ну, короче, одно из двух. Ты что? На! Блин, не попал! На! Опять не попал! Да в смысле? Хорош там, блин, танцевать. Во, летит. Не попадешь. А может, ты попадешь? В смысле, блин? Что ты, блин? Тихо. Я до сих пор в воздухе. У меня всего лишь половина лопастей осталось, но я до сих пор. А, подожди, так я тебе что-то сломал? Ты мне только лопасти сломал и все. О, ничего себе! Это я просто не видел тебя изначально, я изначально туда полетел, сейчас все будет. Меня уже просто на эмоции пробить невозможно, ребят, потому что. Фу, это было круто. Я хорош, я молодец. Ура! Это было замечательно. Похлопаем турбо. Как это эмоционально, ребят. Просто уже столько нерв потрачено на это говно. Ну блин, это реально сложно, да. Идея-то крутая, но достаточно сложно воплотить с моими кривыми руками, как минимум. В принципе, мы, я думаю, вообще все нормально воплотили, и там никаких нам вопросов нету. Ребят, если вам понравилось. Да что ты там все делаешь? Да это кошка там что-то долбит. Успокой своего самолета. А, ты про самолет? У меня кошка просто тоже фигня страдает. Блин, ребят, в общем, от вертолета вообще ничего не осталось, то есть он развалился просто на лего-кусочек, на лего-атомы. Надо, короче, писать научную работу про лего-атомы. Вот, лего-атомы. Получу Нобелевскую премию и не буду больше ролик снимать. А, не, буду. А может и нет, хрен узнает. В общем, ребят, если вам понравился этот ролик, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на наши каналчики. Это где? Я только что... Я к тебе. Подписывайтесь на наши каналчики, а вам всем удачи. Всем пока-пока. Пока-пока.